Меня зовут Каролина Хижняк из города Днепр. Я порекомендовала своему клиенту приобрести прибор. Мой клиент прошел биорезонансное тестирование и на диагностике выявили очень много плесени. Ну, помимо всего остального, акцент был сделан на грибках и плесени. То есть они были во всех органах, и в голове, и в глазах, и в носу, и были поражены все внутренние органы. Это была девушка. Вот она приобрела прибор, и врач ей выставил программы и сказал прийти на повторную диагностику ровно через месяц. Она ставила прибор около 4-4,5 часа в день. Этот был цикл в течение месяца. Ровно через месяц она записалась на повторное тестирование, на котором даже врач был поражен такими результатами на приборе Smart Life, потому что на приборах прежнего поколения таких результатов не было. Здесь ровно за месяц, ну, практически еще остались остаточные явления в некоторых органах, но, в принципе, и врач, и пациент остались очень довольны. Это был шикарный результат. Пользуйтесь приборами Smart Life и будьте здоровы!